Операция «Береговая линия» проводится Госадмтехнадзором ежегодно в весенне-летний период в связи с поручением губернатора Московской области. Она направлена на выявление и ликвидацию навалов мусора на прибрежной территории водоемов Подмосковья. Наша съемочная группа вместе с представителем Госадмтехнадзора отправилась на проверку берегов двух часто посещаемых водных объектов – Жестылевского водохранилища и канала имени Москвы. Вынуждены сообщить, что береговая зона находится в удручающем состоянии. Такое ощущение, что всюду, где ступает нога человека, мгновенно появляются и горы мусора. Сегодня мы проехали по береговой зоне канала имени Москвы и береговой зоне Жестылевского водохранилища. Провели проверку в рамках наличия и выявления навалов мусора, но вот по берегам Жестылевского водохранилища навалы мусора просто огромные. Здесь, видимо, еще не приступали к уборке территории. Берег Жестылевской плотины уже давно пользуется популярностью у дмитровчан и жителей окрестных поселений. Это излюбленная зона отдыха. Места складирования бытового мусора здесь буквально на каждом шагу. Взору открывается целое море из пакетов, пластиковых бутылок и битого стекла. В общем, всего того, что оставляют за собой недобросовестные граждане. В результате мусор растет в геометрической прогрессии, и масштабы загрязненности берега плотины сейчас поражают и шокируют. В ходе осмотра береговой линии канала также были выявлены нарушения. Береговая зона канала имени Москвы тоже достаточно сильно замусорена. Такая же картина, как и на Жестылевском водохранилище. Везде, где есть возможность съезда на берег, где есть возможность людям поставить какой-то мангал или что-то отдохнуть, везде все замусорено. По факту обнаружения мусора ответственные лица будут вызваны для составления протокола об административном правонарушении. Также им будут выданы предписания на приведение территории в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. В основном эта ситуация складывается из-за того, что люди, которые приезжают отдыхать, не убирают за собой мусор. То есть приехали, отдохнули, побросали все, что привезли с собой, не думая о том, что либо сами сюда приедут еще отдыхать, либо после них кто-то приедет сюда отдыхать и считают, что за них кто-то это должен делать. А делать это нужно все самим, в первую очередь, начиная с себя. Инспекторы местного территориального отдела Госадмтехнадзора продолжат проверку чистоты берегов и будут осуществлять дальнейший контроль над содержанием территории у водоемов. А мы, в свою очередь, настоятельно просим отдыхающих уважать окружающую среду и убирать за собой мусор, чтобы в летнее время все могли наслаждаться достойными условиями отдыха на берегу озер и рек.